Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Ольга Романова, російська опозиційна журналістка та голова фонду «Русь сидяще». Пані Ольго, доброго ранку і слава Україні. Вітаємо. Раді вас бачити. Героям слава. Доброе утро. Пані Ольго, ми хочемо з вами почати із такої теми, нібито і прекрасної, але водночас не дуже. У Путіна була зупинка серця, про це повідомили журналісти, але його, на жаль, відкачали, повідомляли про це в телеграм-каналі генерала СВР, що співробітники Служби безпеки почули шум, звуки падіння, що долинали зі спальні президента, два співробітники Служби безпеки негайно підійшли до спальні президента, диктатора, і побачили Путіна, лежачого на підлозі біля ліжка та перевернутий столик з їжею та напоями, після чого, відповідно, його вже привели до тями. На вашу думку, ця інформація створена для певної такої пропаганди, в контексті тому, кажу, те, що ми неодноразово чули про смерть Путіна, те, що він або загинув, або десь там перебуває в якомусь хворобливому стані, або ще у нього є якісь проблеми. Ваша думка стосовно цього, і чому ось така інформація з'являється в інформпросторі просто зараз? Ну, знаєте, рано чи пізно це случиться, це во-первых. І, звісно, кожне таке сообщення, оно вселяет надежду, когда несколько миллиардов людей на планете каждый день и каждую минуту желают страшной смерти. Я думаю, рано или поздно это не может не сработать. Каким бы мы ни были рационалистами, реалистами и так далее, мне кажется, такие вещи не проходят бесследно. Это во-первых. Во-вторых, в любом случае Путину 71 год. Но это не возраст, когда все проходит бесследно. Да, он в хорошей физической форме, да, он под жестким врачебным наблюдением, да, им занимается, да, у него очень хорошие гены. Все это и даже больше было у Майкла Джексона, который не дожил до его лет, например. Да. Поэтому все может быть, и то, что Путин, несмотря на свою такую подчеркнутую моложавость, имеет какие-то проблемы со здоровьем. Мы периодически видим у него то что-то с ногой, то что-то с рукой. Это факт. И мне кажется, мы все-таки продолжать посылать в космос сигналы, которые мы все с вами знаем, эту мантру, и повторяем ее уже который год, да, чтобы он сдох. Пані Олю, знаєте, колись мій одногрупник казав мені таку просту річ: якщо хочеш бути мільйонером, треба думати як мільйонер, врешті-решт. Тому пропоную, скажімо так, продовжити тему на обговорення, на роздуми скоріше. Уявімо ситуацію: Путіна не стало. Все. Що починається тоді у Російській Федерації? Чи, на ваш погляд, будуть якось намагатися приховати його смерть, якийсь час, наприклад, двійників в публіку надсилати? І як потім може поділитися влада? Наскільки зараз міцно ця система в руках самого Путіна, і чи зможе швидко знайтися альтернатива управління Федерацією? У Путіна немає наслідників, і ніякої операції «Транзит» явно совершенно не предвидится. Тобто це буде дуже похоже на те, що було після смерті Сталіна, у якого теж не було наслідників. Буде якась чехарда, і к власті прийде, я думаю, человек неожиданный, поскольку все мощные и близкие к Путину люди, как Патрушев, как Медведев, Медведев помоложе, а Патрушев старше Путина, в конце концов. Медведев, мы с вами понимаем, какие у него есть, так сказать, отягощения, но плюс ко всему Медведев же самый слабый из этой когорты. И Медведева, кроме Медведева, на президентство никто не рассматривает. Поэтому будет какой-то сильный человек, потому что Патрушев будет двигать своего сына, Дмитрия Патрушева, нынче министр сельского хозяйства. Но опять же, сын Патрушева не равен Патрушеву. Сына быстро съедят. Поэтому будет очень такая пятилетка пышных похорон или пятилетка дворцовых переворотов. Или что-то еще, которое будет сопровождаться очень резкими политическими изменениями. И можно сказать наверняка, даже самому
отъявленному ястребу, типа Патрушева, даже самому кровавому настроенному убийце, типа Медведева, будет не до Украины, будет не до войны. Им каждому из них потребуется максимум усилий, чтобы удержать власть. И они ее не удержат. Тобто, простіше кажучи, на Росію може очікувати така тривалий період розрухи, так, коли влада може з рук в руки перекидатися і не будуть розуміти, що з нею робити. І, по суті, найбільше це відобразиться саме на звичайних росіянах і навіть тих, які вне політики були весь цей час. Да, в любом случае всі будуть в політиці. В будь-якому випадку Росію будуть чекати очень тяжелые времена, поскольку да, трансфер власти не обеспечен никак. А к выборам никто не привык. Выборы – это тот же захватнический механизм. Там, экстренные выборы или что-то еще. Просто это в любом случае будут, конечно же, не честные, не свободные выборы. Поэтому все будет в рамках дворцового переворота. И тут уж, конечно, во-первых, очень многие скажут, при Путине было лучше. Что и правда будет лучше, поскольку начнется эпоха дворцовых переворотов. И это не благодаря Путину, а вопреки Путину. То есть и бардак-то будет благодаря Путину скорее, да? Не потому, что он нас, сирот, оставил своим вниманием. Это он все и сделал. Он сейчас заложил просто минное поле, такое же, как в Украине. Такой же Украина сейчас самая заминированная в мире страна, и, конечно, огромные усилия надо будет прикладывать после всего, как все закончится, чтобы разминировать Украину. Огромные усилия потребуются, но потребуется и разминировать Россию, потому что Путин сейчас, знаете, как чужой откладывает яйца. Он откладывает яйца так тоже по всей России, со своими чужими. И это такие заминированные яйца, которые рванут тогда, когда его уже не будет. И вместо того, чтобы оставлять наследие позитивное, он кругом раскладывает вот эти вот зараженные яйца, которые будут взрываться еще десятилетия. Пані Оля, повертаючись до ймовірної тимчасової смерті Путіна, в телеграм-каналі, знову ж таки, генерала СВР було зазначено, що поблизу Путіна стояв столик із їжею і напоями. Коли ми спілкувалися також раніше із колишніми представниками КДБ, вони розповідали, що Путін довіряє своєму найближчому оточенню, а саме охоронцям, кухарям, покоївкам, тобто це ті люди, які поруч з ним постійно. Чи можемо ми пропускати, що це була спроба також когось із оточення його вбити. І також тут варто згадати, що в Москві є ті, хто працює із українськими спецслужбами, і у головному управлінні розвідки Міністерства оборони впевнені були раніше та й зараз, що вони мають особисту вигоду. Одні роблять це заради порятунку життя, інші, відповідно, через втрату грошей або вплив. Ну, знаєте, мені кажется, що очень серйозне обострення почалось после Пригожинского мятежа. Ведь смотрите, человек действительно, вот он не зря все-таки имел кличку повар. Конечно, он не сам не готовил для Путина, но, слушайте, 30 лет Путин ел из его рук. То есть буквально 30 лет. И в любую секунду все могло пойти по-другому. И есть очень много историй. Ну, вот, например, есть человек по фамилии, если не ошибаюсь, Голощапов в Питере, которому очень много всего принадлежит. Очень богатый и влиятельный человек. То есть очень многие из окружения Путина хорошо его знают. Массажист. Массажист, путинский массажист. Любимый путинский массажист. Есть Илья Трабер, там, знаменитый бандит. Он, собственно, по кличке Антиквар. Вот по кличке Антиквар. Значит, очень многие люди в окружении Путина, ну, те же Ротенберги, да, кто? Тренеры. Ротенберг – тренер по дзюдо. Тоже человек, который, в общем, касается тела. Обратите внимание, все-таки все вот это окружение его ближайшее – это люди, которые так или иначе касались тела. И
Я думаю, и они прекрасно понимают свою роль в истории. Ты вчерашний тренер, массажист или повар. Да, у кого хочешь, мозги унесет. И представляете, как Путин с его паранойями, с его манией преследования, с его бункерными привычками, с его дедовскими представлениями об окружающем мире, с его действительно информационной изоляцией от реального мира, с неумением пользоваться интернетом, мобильным телефоном и так далее. Он, конечно, думает прежде всего о том, что все хотят его убить. Он правильно делает, что думает об этом. В смысле, конечно, жалко, что мы не можем так быстро с ним расстаться, но совершенно понятно, почему. Потому что, да, действительно, миллиарды людей желают его смерти. И я думаю, это главное и единственное, на самом деле, о чем он думает каждый день. Каждый день. Недаром же мы все с вами знаем про специальный чемоданчик, который за ним носит служба безопасности. Ну, я не помню, чтобы что-то подобное делал, или что-то подобное было известно хоть о каком-либо другом лідері современності, включаючи Кім Чен Іра. Пані Ольга, от ви згадали про параною, і я теж нещодавно натрапляла на таку добірку, коли Путін проводив якісь застілля або був серед поважних людей, коли підіймали якусь чарку і випивали. Всі випивали, а Путін тільки мочив губи. Тобто він розумів, що щось може трапитися. Або коли були якісь прес-конференції, стояли склянки, ці склянки були прикриті невеличким аркушем паперу, щоб туди, можливо, нічого не потрапило. Так само і згадати ковідні періоди, коли Путін просив своє близьке оточення, тих, хто до нього приїздив, завчасно якби перевірятися, а потім уже, точніше, сидіти на карантині, а потім уже приїжджати, і відповідно він приймав всіх за таким довгим столом. Це декілька випадків, які я тільки згадала, це тільки публічні. А тут можна уявити, що відбувається тоді, коли ми цього не бачимо. Да, ми пам'ятаємо всі ці огромні смішні столи і дійсно безкінечні карантини. Ви знаєте, во время ковіду, вже навіть на поздній стадії, собственно, ходив слух, і мені казалось, що цей слух дуже близок, на самом деле, к істині, тому що, якщо посмотреть на інформаційний фон, примерно так оно і було, що, да, ближній путінський круг или не ближній круг – действительно сидел в карантине по 2-3 недели, прежде чем попасть к Путину, а один человек из карантина так и не вышел, Юрий Ковальчук, который просто остался с ним в бункере. Ну вот это вот, просто чтобы не выходить, а не терять связь, сидел с ним в бункере. Это такая забавная штука, и судя по тому, что мы видим сейчас, он действительно продолжает оказывать на мозги Путина довольно серьезное воздействие. Поэтому все вот эти санитарные меры, они тоже имеют... Они тоже имеют какой-то профит. Да? Кто-то был поваром, кто-то был массажистом, кто-то был тренером, а кто не был ни массажистом, ни поваром, ни тренером, тот просто сидел с Путиным в одном бункере. И это тоже влияет на политику, ну, довольно серьезным образом. Мы с вами видим прекрасно последствия влияния братьев Ковальчуков, Юрия Ковальчука и Михаила Ковальчука. Та же самая атомная бомба и тоже вхождение Михаила Ковальчука в Совет Безопасности сразу после ковида и продвижение ковальчуковских идей, ну, в том числе и уничтожение Пригожина, которого терпеть не мог Ковальчук. Это все тоже последствия вот этих вот бункерных сидений ковида и карантинов. Вот это вот непосредственно сказывается на российской политике, именно вот эти вещи. Я не думаю, что Путин сейчас ослабил бдительность в связи с тем, что победили ковид. Я просто думаю, что действительно все его усилия связаны с предотвращением покушения, скорее, вот, а не заражения. Да, отравления, да, какие-то, не знаю, там, может быть, насекомые, все что угодно. Я думаю, что это очень... Будет интересно изучить тогда, когда мы получим
уже все материалы, как паранойя. И знаете что? И интересно, конечно, изучить еще труды его дочери, которая занимается низкорослыми людьми и продолжением длительности жизни. Мне кажется, вот одна из его дочерей занимается исключительно вот с медицинскими целями, только этим, только продолжительностью жизни папеньки, как научной работы, и не потому, что она самая умная, да, в этой сфере, а потому что все-таки это дочь и человек, которому Путин хотя бы отчасти доверяет больше, чем другим.